Все, интернет оборвался, сейчас можно продолжать. 6 января 2013 года, 14:53. Старухин Петр Васильевич. Надо это говорить, зачем? Кому нужны фамилии? Я понял, документальное кино, исходники. Вот где-то сохранился этот файл, вначале понятно, кто в кадре и какая дата тебе, и время. Тебе и так понятно. Все, вот Петр Васильевич, не раздражайте меня, тебе, пожалуйста. Всегда будет понятно. Мне... Меня может не стать. Как любого из нас. Мы все внезапно смертны. Тогда не все. Тогда на все начать. Ну, читаю. Да, запись идет. Нам всем по 40. Может, было. Кому-то, может быть, и нет. Но все равно мы все согласны, что 40 – это же расцвет. Расцвет ума, здоровья, силы, расцвет коварства и любви, расцвет всего, что сердцу мило, коль жар кипит еще в крови. Уж мы-то это знаем точно, когда на девушек глядим. Мы их увлечь смогли б, конечно, но только больше не хотим. И жены это тоже знают, лишь им сопутствует успех. Мужчина в 40 лет... В расцвете лишь для одной, а не для всех. Бывают, правда, исключения, о них мечтаем мы порой, когда с подарками в портфелях спешим, увы, к себе домой. У всех у нас теперь квартиры, но нам уже не до утех, у нас теперь свои сортиры. Но разве это не успех? Сорокалетие не вершина. Сорокалетие – это взлет перед началом перехода в душой исполненный полет. Сейчас я выпить предлагаю за эти наши 40 лет, что в 50, 60 и дальше такой же был у нас расцвет. Итак. Как называется стихотворение? На день рождения. Ну слушай, ну каждый год на день рождения, как же оно должно называться? На 40 лет. На 40 лет? Вот так называется стихотворение «На 40 лет». Да. У тебя с дикцией, конечно, немножечко, ты... С нервами, не с дикцией, с нервами. Что с нервами? Ну, нервы не выдерживают и напора чувств, и голос дрожит. У ведущего тоже голос дрожит. Вот, и у ведущего, конечно. Но это говорит только о том, что у нас все искренне, голоса дрожат. Искреннее. Ну, это надо подбирать подборку. У меня также есть на 30, на 50, на 60 и на 70. В общем, Петр Васильевич. В общем, единственная возможность продлить жизнь вот этим вот листочком, это то, что ты сможешь вот на камеру это зачитать. Потому что листочки могут потеряться. Конечно. А видео может в интернете сохраниться. Конечно. Ну ничего, 30 лет вот не потерялись. Еще раз я тебе говорю. Мгновение жизни так мимолетно. Конечно. Кто это не. Это все понимают, как думают об этом, конечно. Сейчас принесу еще. Я могу читать это ночами. Отлично, я могу на ночь тебе камеру поставить и будешь. А, читать. Вот, сам для себя мне легче. Сам для себя легче. Да, вот я могу тебя обучить. Без камеры это легче. Все? Ну, пока все на этой страничке. Ну, все, вы тогда выходите из кадра, я завершаю сюжет. Что вы хотите сказать будущим поколениям, которые будут просматривать? До следующей встречи на экране. Спасибо. Не принимай себя слишком всерьез. Альменда Прадо. Иногда нужно действовать, даже зная наперед, что тебя не поймут. Амели непонятно.
Марк Твен. Сторонитесь людей, которые пытаются уменьшить ваши амбиции. Маленькие люди делают это всегда. Большие же люди, напротив, дают вам почувствовать, что вы тоже можете стать великим. Марк Твен. Ричард Бах. Ни одно желание не дается тебе отдельно от силы, позволяющей его осуществить. Ричард Бах. По-моему, вот это стихотворение... О, мы камеру еще не выключили, как раз ждем вас. Думаем, когда же вы подойдете. Вот самое мое значимое произведение, которое я, естественно, посвятил своей любимой женщине. Только Лёхин... Матери моих детей. Отлично, с хорошей дикцией, пожалуйста, чтобы запечатлеть... Я потом Лехе еще... Ну, потом не бывает, не бывает дублей. Бывает. Да, все так говорят. Потом все уходят и все жалеют, что не договорили. Вот, по-моему, именно это стихотворение у нас украл из машины воришка, который мы подвезли случайно. Мама его всегда носила с собой. Всегда носила с собой. Вот о женщине. Так, стоп, подожди. Это надо стоп сделать кадр. И я начну новым стоять. Стоп. Стоп, снято.